Давайте вот это объясним. В детстве батя со мной дополнительно занимался. Я научился жонглировать всеми частями тела. Мог, наверное, еще могу жонглировать, опустить мяч на подъем, кинуть его себе за шею, скатить по спине, подбить пяткой. Подожди, Сергей, вы сейчас понимаете, что вас половина футболистов премьер-лиги ненавидят? Они даже и 30% не сделают этого. Куда подбить? Сергей, совершенно случайно, вот совершенно случайно у нас в студии оказался мяч. Мы не заставляем вас жонглировать всеми частями тела, но хотя бы некоторыми мы бы очень вас попросили. Давайте попросим, друзья. Давайте, Сергей, все отлично. Оп, здорово. Так. Ну? Опа! Это очень хорошо. Не врет Сергей Карасев, прекрасно.